Ничего, прыщик выскочил. Давайте человек 25-30 наберется, и я вам расскажу. Просто мутатство, блядь, заебал меня этот Wi-Fi просто дико. Согрелся, да. Как тебе моя новая прическа? Пизда. Пизда вообще. Я так никогда не стригся, прикинь, я всегда стригусь так, чтобы у меня типа на волосы назад откидываются, а тут меня постригли так, что просто, блядь, чебурек. Ну, это как Стэтхэм теперь. Что? Джейсон Стэтхэм, знаешь такого актера? Ну, да. Это я. Да, похож? Не, ладно, а рэпера Оксимирона знаешь? Ну, визуально нет. Блин. Отлично постригли. Нет, мне не нравится прическа ублюдства. Я знаю, когда меня стригут хорошо. А сейчас меня постригли ужасно, отвратительно, блядь. Меня просто спилили. О, блядь. У меня еще из этих наклеек просто все мои пиздатые шмотки. Пошли по пизде. Сколько раз за вот эти предложения я сказал слово пизда? Очень много. Волосы и зубы отрастут. А, волосы не зубы отрастут. Толки больше не дадут. Да, подписываем. Вот это моя. Игорь Смирнов. Я еще раз писался. Что насчет новеньких думаешь? Вот эта, которая короткостриженная, как ее зовут? Ой, бля. Холодно, пиздос, я так замерз там. Я, прикинь, я аж как она ебает до сих пор. У нас еще кондиционер был включен. Да, у нас окно было. Это что было такое? Что за, кто газанул? Олег. Ребята, рыгнул не я, она. Я вам честно говорю, я рыгать не умею. Кто там есть живой? Да, блядь, все, блядь, занимаются своей ерундой. Ёпта. Один только я, рок-н-ролльчик. Смотрите, сейчас будет подкат. Алиночка. Сегодня такая прекрасная, как никогда. Это сделал? Ужин. Можешь что-нибудь на гриле мне замутить? Давай вместе пожрем что-нибудь, а? Вот реально. Да я не хочу есть, я не буду сегодня есть. Больше что меня там не пристало, не буду. Я сейчас пойду с твоим парнем разговаривать. Скажу, скажу. Ты ему готовишь? Блять, вот все устроились, я охуею. Все кому-то готовят, кроме меня. Короче, если кто-то есть, кто хочет мне готовить, это приходите. Прическа у меня будет нормальная, это просто меня спилили. Так, что пьем? Виски, кола? Да, только теперь у меня объем другой. Вот такой вот. Федя, да. А кто будет реально? Федя? Федя санит, по-моему, из их комнаты, нет? Да что такая грустная, малышка? Да я загружу просто немножко. Чем? Давайте разгружу.
Ты разгрузишь меня, я разгружу тебя. Как тебе такой? Что такое активный стол? Тандем, как тебе? Михалёв 96, ну, дурацкий вопрос, если честно. Честно, ну, такой вот и дебильный вопрос, на который я не могу тут ответить. Ну, честно. Кто-то снимал, что у них там распевка. А, ну да. Это да. Ты же вселенной. Нет, почему? Я развелся. Ух ты. Крис Верняева. Верняева. Есть такая фамилия? Верняева. Со всеми вытекающими хорошо общаешься. Алин, что значит со всеми вытекающими? У меня нет микрофона. Со всякими разными, короче, фиговинами, да? Понятно. Так тебе нельзя. СКА или ЦСКА? ЦСКА. В СКА играют мои друзья, а в ЦСКА больше друзей. Так, Алена Журавлева, Лена 8. Wi-Fi, у тебя Wi-Fi болеет? Нормально у тебя Wi-Fi работает? Вот мне чувак написал, представляешь? Не помню, пожалуйста. Алина. У тебя строительный бизнес, по-любому, два мульта, если есть. Там есть. Есть? Ну и все. Даже лучше хоккеисты, нет? Есть. Ну, я пока не выкладывал, нахер надо. А ты откуда знаешь, что я хоккеист лучше? Отсмотрел? Что знаешь, я же астролог. Ты астролог? Доброе утро, ты чем слушал? Да я там болтал с Бабичем больше, чем, блин. Нет. А кто я по знаку гороскопа, как знаешь? Я не знаю. Ну вот примерно, как ты думаешь? Я рыба. Она сразу поняла, что у вас несовместимость. Вот она... Я не проверяла. Что-то я рыба. А ты кто по знаку зодиака? А ты неинтересный близнец? Человек. Близнец? Нет, близнецами точно нет. No. Кто-кто? Откуда ты знаешь? Ну, может, у меня было один раз и единственный раз на всю жизнь 4 года с близнецами. Рыба так-то как бы, это очень... Рыба так-то в паре... Я тебе объясню. Тихенький, нет, верный. Либо так, либо так. Понимаешь? То есть, либо ты по верхам, либо... Либо в ты... мутной воде. Либо ты мутный, либо ты светлый. Скользкий. Я скользкий. То есть выбрал такой? Ну нет, как бы у меня такое. Тише едешь, дальше будешь. Не надо тебе объяснить правильно. Я поняла. А ты какой близнец? Близнецы же тоже разные. Они бывают хорошие, а бывают нехорошие. Они же поэтому близнецы. Я хороший. И тогда я тоже поверхностная рыба. Так, рыба самый бомбовый знак. Я знаю, да. Я тоже рыба, как сыр. Короче, Wi-Fi мудацкий просто у меня, честно говорю. Просто такой мудацкий. Стрельцы тоже бомба. Не знаю, знаю, что рыба бомбовый, а Wi-Fi вообще не бомбовый. Ты кинула, она тебе совсем вытекаешь, хорошо общаешься со всеми. Ты кинула, она тебе я.